Национальный природный парк Святые Горы располагается в северной части Донецкой области, вдоль реки Северский Донец. К комплексу исторических памятников относятся Дуб Камышева, это дуб-памятник герою Великой Отечественной войны Владимиру Камышеву, монументальная скульптура Артема и рядом с памятником находящийся мемориал Великой Отечественной войны. Основу комплекса памятников-заповедника составляет Свято-Успенская Святогорская лавра, расположенная на скалистом правом берегу Северского Донца. Святогорская лавра построена еще в XIII-XVI веке. Неподалеку от лавры располагается лес с многовековыми дубами, но среди них есть и самый старый дуб в восточной части Украины, возрастом более 640 лет, диаметром 2 метра и высотой почти 30 метров. Разделяет национальный парк на левый и правый берег река Северский Донец. Историческое правильное название – Северский, от слова «северный холодный ветер». Это правый приток Дона. Практически на всем протяжении протекает в лесистой местности, имеет множество заток и отделившихся озер Старец. Северский Донец – самая крупная река левобережной Украины. Она единственная полноводная и пригодная для судоходства река Донбасса. Друзья, если вы хотите более подробную информацию об исторических памятниках, достопримечательностях и живописных уголках, такие как памятник Артему, скит всех святых, национальный парк Святые Горы, Свято-Успенская Святогорская лавра, вы можете найти в ссылке в описании. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.